В сети появилась новая звезда интернета – кот, который очень любит водные процедуры. Как известно, эти домашние животные боятся принимать душ. Однако это не про героя данного ролика, видео с которым за сутки посмотрели десятки тысяч человек. В комментариях пользователи пишут, что такие спа-процедуры могут быть опасны, поскольку выключать воду кот пока не научился, а поэтому потоп неизбежен.